Привет, это канал I Like Pet, и в этом ролике мы расскажем вам о правилах выбора клетки для домашней крысы. Клетка – важный элемент жизни любой домашней крысы. Для питомца это настоящий дом, в котором находится пространство для игр, место для сна и приема пищи. Именно из клетки этот зверек преимущественно изучает окружающий мир. Выбор дома для домашней крысы – непростое дело, и в нем не обойтись без соблюдения определенных правил. Каких – сейчас расскажем. Правило номер один. Клетка должна подходить крысе по размеру и быть просторной для нее. Специалисты утверждают, что идеальная по размеру клетка для одной крысы должна быть не менее 60 см в длину, 50 см в ширину и 60 см в высоту. Если есть возможность, лучше приобрести для домашней крысы двухэтажную или трехэтажную клетку. Пространство имеет огромное значение для крыс. В тесной клетке эти грызуны впадают в депрессию и начинают часто болеть. Правило номер два. Домашних крыс необходимо селить в клетке с решетчатыми стенками, свободно пропускающими воздух. Важно отметить, что расстояние между прутьями не должно превышать 1 см для маленьких крысят и 1,5 см для взрослых особей. Иначе крыса может навредить себе, попытавшись просунуть мордочку в щелку. Чтобы не потерять наш канал, жмите на кнопку «Подписаться». Не забывайте нажать на палец вверх, если видео вам понравилось. Это помогает нам делать видео, которые интересны именно вам. Наслаждайтесь просмотром! Правило номер три. Внимательно относитесь к выбору материала для клетки. Лучше всего крысам подойдут металлические клетки с пластиковым поддоном. Металл служит долго, а пластиковый поддон облегчает уборку клетки. А вот деревянные клетки крысам не подойдут. Эти зверьки любят погрызть дерево. Правило номер 4. Заботьтесь не только о внешних характеристиках клетки, но и о ее внутреннем наполнении. Крыса очень любознательное и активное животное. Помимо мисок для еды и воды, в клетке должны быть различные тоннели, домики, канаты и лестницы. Таковы основные правила выбора клетки для крысы. Следуйте им, и пусть у вашего питомца будет самый уютный и удобный домик. О других полезных правилах содержания домашних животных вы можете узнать на нашем сайте. Подписывайтесь, читайте и смотрите нас. Мы также представлены в социальных сетях. С вами был ilike.pet. До новых видео!